spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре одна из модификаций рыболовных сумок Mini Bag от российского бренда Mark Fish. Такой аксессуар можно использовать не только для хранения приманок и рыбацких принадлежностей дома, но и брать его с собой на рыбалку. Сумка вместительная, функциональная и при этом достаточно легкая. Вес составляет около 1 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Мини-бэк имеет следующие габариты. Длина 40 см, ширина 24 и высота 26 см. Изготавливается из прочного полиэстера, который делает изделие достаточно износостойким. Днище усилено непромокаемым материалом. Благодаря этому сумку можно ставить на землю или класть на дно лодки. При незначительном загрязнении все легко протирается влажной тряпочкой. Для переноски на короткие расстояния имеются две прочные ручки и стропы шириной 25 мм. Также предусмотрен плечевой ремень, который регулируется по длине. Посередине у него находится вставка с мягким наполнителем. Имеется верхняя прошитая стропа, за которую можно закрепить некоторые рыбацкие инструменты. При необходимости ремень снимается, так как фиксация происходит с помощью пластиковых вертлюгов карабина. С задней стороны расположен карман открытого типа. К примеру, сюда можно положить коробку с грузами, дождевик или свернутую ветровку. Фронтальный двойной карман. Здесь предусмотрено D-образное крепление, уже оснащенное ретривером пружинного типа с карабином. Первый отсек скрыт за клапаном с текстильной застежкой. В нем поместятся различные аксессуары и инструменты, например, мультитул, складной нож или рыбацкий пассатижи. За ним идет отделение побольше, закрытое на молнию. Тут уже хватит места для маленькой коробочки с приманками, флайбокса или небольшого количества пачек с так называемой съедобной резиной. По бокам симметрично находится еще пара двойных отделений. Кстати, над одним из них находится D-образное крепление. Сам кармашек закрывается двухзамковой молнией. Внутреннее пространство достаточно объемное и способно вместить весы, компактный фотоаппарат или небольшой навигатор. Снаружи мы видим отделение из синтетической сетки. Сюда можно положить шпуль для катушек, перчатки или запасную леску. На крышке основного отделения расположен сетчатый кармашек с замком, оснащенным не металлическими платками, а удобным пуллером. В нем можно хранить поводки, упаковки с запасными крючками, фурнитуры и прочую мелочевку. Заглянем вовнутрь. Основное отделение способно вместить все, что вам может понадобиться на рыбалке и не только. Мини-бэк сможет заинтересовать любителей выездов на природу. Места хватит как для продуктов и посуды, так и для уже готовых блюд. Также это неплохой вариант для непродолжительных путешествий. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.